Ну вот этот решил нам дать бой. Пару эсминцев отряд. Троне на троне. Но у него не одинаковая штроня. Пара эсминцев на троне фрегат. А Клари против Дарака. Ну десант у них уходит. Мы победим здесь, то десант там Клари. Ну броня этих. Шапы. Ну 9 там это. Ну конкретно. Данжа. Бой. Бетти. Ну, говоришь, что шансов нет. Мы должны побеждать туда. Что тут сюда? Сразу. Ну, в туманайзере будет. Не так их. Четко. Ну, сложнее попадать. Ну, такая замануха, типа. То, что мы лепили. 190, 103. Отстало. Этот практически разбит. Но надо что-то выжать с этого нам. По-другому, да. Тогда мы попробуем сюда уйти. Я не завяз... Ну, вяжу что-то на... Мы за одним залпом их. Запретить, наверное, да. Блин, он плохо шел. Этот должен зайти. Как и все. Еще раз под носом летели. Мы можем попытаться сейчас вот хорошо же. Он не заряжен, видимо. Что-то вывернуть. Но нам успеть залп только посмотреть, да. Ну что-то было, что да. Мы за нами, да. Ну пока покажись. А кого что не стреляли, да? Сюда, например, а здесь. Ну у них назад сложнее себя. Ну блин, как же с нам включить, можно включить форсаж. И вообще можно сюда куда-то убить. Ну и сейчас его расшибут, несмотря на наши старания за что-то.
Вот это их погрызли. Нет. Еще не долетели. Все равно сатаны, ну, почти разбитые, но не наших покусали, да. Так я бы перестроился, чтобы этот как-то по-другому летел. У них фрегат и этот остался. Непонятно, чему так долго. В огрызите. Теперь что? Он не может говорить. Да ты что? Что-то он... Что, даст нас за лепухом? Он опять непонятно, что он делает. Надо зайти ему в хвост. И он пытается обойти. Он использовал форсаж. Но придется таким путем. Нет, кому? Вместо чтоб этого добить, он, блин. Так долго будем крутиться. И все, от него ничего не осталось. Неправильно их видео нас разобрал. Абсолютно. И тут что-то у него попало, он снова целый. Надо было держать его в прицеле этого. Ну там он был ушел отсюда. Ну неправильно там вообще, думаю, это что-то бред. Что он должен был добить. Это вот, навряд ли это может быть.